Полицейские поймали подозреваемого в ограблении двух салонов сотовой связи. Задержали молодого человека в Челябинске. Сейчас разыскивают тех, кто мог пострадать от действий молодого человека. Полицейские предоставили фото подозреваемого. Задержанный ранее неоднократно судимый челябинец. Ему 21 год. При досмотре у него изъят вот этот газовый баллончик. Речь идет об ограблении двух торговых точек в Курчатовском районе. Это кадры одного из налетов. Как полагают полицейские, парень применил в отношении сотрудников салона сотовой связи спецсредства. Видно, как он направляет газ работникам магазина в лицо. Люди прячут глаза, закрывают рот и нос. Он в этот момент разбивает витрину и складывает в пакет смартфоны, а потом убегает. Всего, по данным следствия, он похитил 8 сотовых телефонов. Сумма ущерба около 80 тысяч рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска, отдела полиции Курчатовский, управление МВД России по городу Челябинску, по подозрению в совершении двух грабежей сотовых телефонов из салонов сотовой связи, задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1999 года рождения. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый взят под стражу. Полицейские ждут звонков от тех, кто мог пострадать от действий задержанного.